Челы, заходите на стримы. Squirrel Stapler. Интерактивная маленькая игрушка охота. Охотиться. Сейчас будем охотиться, ребят. Смотрите на эту бедлочку, блядь. Она как будто... как в том клипе, где орущий мужик над горами зависает и орёт такой... Жесть, лайф. Блять, музыка длится примерно 6 секунд и проигрывается после этого заново. Супер. Погнали. Охотиться. Look, my beloved, the flies. Я надеюсь, что она красивая. Я не успел читать. Короче, я играю за какого-то психопата, судя по всему. Не знаю, кто это такая. Это его жена или кто. Или он нашел какую-то девушку и просто привязал ее здесь. Она сгнила, блядь, намертво. И он говорит, типа, я покрою ее белочками из леса. Окей. Погнали покрывать белочками из леса. Book of the Grove, chapter 4, verse. Так, тут что-то такое написано с какими-то мотивами религиозными, как будто бы. Короче, это возлюбленная, и он хочет ее сделать такой же красивой, как и белки. Погнали делать ее красивыми. Делать ее красивой. In 5 days God is coming. Через 5 дней придет Бог, ребят. То есть нужно перед Богом, так сказать, украсить это жилище. День первый. Замечательно. Совет дня. Используйте карту на таб. Возвращайтесь завтра для еще одним советом. Ух ты, кайф. Обалдеть, вот это да, ребят, ничего себе. Отравленная трава, не ешь. Это белочка. Раз, раз. Мне показалось сначала, что здесь есть какой-то звук от микрофона, но нет, это я, видимо, когда хожу, я издаю звуки. То есть, возможно, эта игра будет немного стелсовой. Придется не издавать ни звука и выглядывать из засады. Потому что, в конце концов, охотник. Natty Nate Squirrel Hunting Tips. Вы можете бегать на Shift, кстати говоря. Вот так вот. Но будьте осторожны, это громко. Пригинайтесь на Ctrl, чтобы спрятаться. Ага. Используйте ваши уши. Вы можете слышать белочек перед тем, как вы их увидите. У вашей винтовки есть прицел. Используйте его. Реально, прикинь. Нифига. Вот это да, ребят. Пойдем на охоту тогда. Так, у нас на карте есть какие-то странные пометки. Вопросительные знаки. И красные квадратики. Может быть, это сами белки или что это такое? Как звучит белка вообще? Какие-то дроны, блядь, летают. Как будто бы, а это что такое? О, это белка, я видел. Вы видали белку? Мой меткий глаз охотника заметил белку, ребят. В 100 метрах отсюда. Опа, это что, патрики? Так, надо пригнуться, мне кажется, и подходить крайне тихо. Напоминает охоту в RDR 2. Не исключено. Это напоминает долбоеба, соседа. Опа! В задницу.
Моя добыча. Сюда, лут. Я вижу еще одну белку. Не шуми, пожалуйста, спугнешь. Надо перезарядиться. Ага! Шикардосик. Так, пойдем посмотрим, что такое вопросительный знак. Моя задача, кстати, поймать на сегодняшний день 5 белок, как я вижу. Трое из них уже пойманы. Так, вот тут что-то крутое есть. Смотрите, хилка или что это такое? Опа. Приколдес. Патрики полные. The Lady Part 1. Здесь когда-то был одинокий артист, который жил в лесах. Чтобы скрасить свое одиночество, он типа заработал денег и купил какую-то кисточку, скрафченную из волос прекрасной женщины. Он свою кисточку очень сильно любил. И использовал, чтобы нарисовать женщину, которая дала ему волосы для его создания. Для ее создания. Как он и воображал, скажем так. Затем он был, к несчастью, информирован, что волосы на самом деле принадлежали дикому кабану. Вот такая история, ребят. Как вам история? Опа, это что такое? Нихера. Так, ну-ка я хочу посмотреть, что вот на этом пике. Там какой-то прикол валяется. Прыгать я, кстати, не умею, увы. Это бинт, что ли? Или это газировка? О, energy drink, double speed. О, кайф. Можно проспидранить. Ну что, белочки, вам не скрыться от меня. Несносные глупцы. Тут, по-моему, самое настоящее логово белок, или что это такое? Факт о белках. А белки имеют 4 острых ногтя на передних лапах. Для того, чтобы забираться. И 5 ногтей на задних лапках. Вот так вот. Такой вот факт, ребят. Погнали. Что здесь? 5G вышка какая-то. Отчет 1. Какие-то странные звуки ночью. Возможно, белки. В остальном все тихо. Короче, ничего такого прям не произошло. Первый день ничего, скажем так, не произошло, да? Ну, пальцы, ногти, какая разница. Все к одному месту прикреплено. Так, можно еще в тот угол сгонять, посмотреть, что там происходит. Какая-то берлога. Это что за нах? Каждый день
Вы можете коммит. Что значит коммит? Совершать грехи или каяться о грехах? Я не знаю, как переводится слово коммит. Короче, что-то с грехами мы можем делать в этой хижине, чтобы забустить ваш счет. Совершать грехи, да? Давайте согрешим немножко. Согрешили. Неплохо так согрешили вроде. Опа. Белка смотрела так на нас, как будто она осуждала наши грехи. Как будто она говорила, что вы должны покаяться за свои деяния. О, что-то еще. Белки могут иногда бежать со скоростью в 20 миль в час. То есть они могут достигать такой скорости лютой. Вы представляете вообще себе? 20 миль в час, это пиздец. Бешеные создания. Так, ну что, надо домой, наверное, идти. Мы поохотились вдоволь. Так, я домой. Жена. Так, нажмите действие, чтобы прикрепить белок к вашей возлюбленной. Так, прикрепили. Хорошо выглядит, кстати, неплохо, да? Теперь можно и отоспаться. Вы спите. Теперь она жена Фури. Еще не совсем. Не все покрыто. День 2, ребят. Великолепный день. Что-то здесь поменялось? Да, что-то поменялось. Слушайте, дайте я попробую перевести. Мне неохота читать этот текст, блять. Для ленивых можно просто взять, перевести. Так, книга Рощи. Потому что пушистый хвост, праведный во всем, взгляд матери и божественный болтливый голос. Если то, что божественное, должно быть привязано к тому, что есть, не божественный, ни в коем случае. Ну, примерно так я и представлял, что здесь что-то такое написано. День 2. Я должен поохотиться за большой белкой. Смотрите, теперь... Белка XL, вы за баннером, правда, не видите? Так, используйте зов по умолчанию клавиши F, чтобы отследить больших белок и заманить их. Окей. Big one. Так, они поели траву здесь, молодцы. Супер. Погнали искать дальше. Большая белочка. Ну-ка, давайте попробуем ее позвать на зов брачный. Опа, она где-то неподалеку. Ага. Это была обычная вроде. Not big one. But small one. Жесть, какие у нее пустые безжизненные глаза. Наверное, потому что мы ее захуярили. О. Мы здесь не были вроде как. Факт о белках. Белочки в основном едят орехи, семена и фрукты. Но также известно, что могут жрать насекомых, птичьи яйца и даже... тела животных. Тушки животных. Это жестко. Кровожадные белочки. Оголодавшие. О, мы ходили, кстати, к этой вышке.
Давайте проверим. Я думаю, хилки здесь не просто так, да? Леди, часть вторая. О, господи. Так, давайте, читаем. Художник был безутешен и целыми днями плакал и делал свой портрет во время долгих прогулок под дождем. Во время одной из таких прогулок он встретил старуху, которая сказала: «А, молодой человек, я вижу причину твоего отчаяния, пойдем со мной». По ее словам, за несколько пенни ее заветную картину можно воплотить в жизнь. Художник был вне себя от радости, и заклинание сработало. Только тогда он вспомнил, что нарисовал женщину только по пояс. Завтра третья часть, ребят. Так. Оно как будто прямо... прямо у меня в заднице. Где-то прям супер близко. Белочка? Может, она на дереве сидит? Дедге. Супер. Честно, не могу понять, как бы сориентироваться, насколько далеко большая белка от нас находится. Вы понимаете, ребят, где она? Какая-то херня. Опа. Found today geocache. Найдите все 5 во время прохождения, чтобы заполучить награду. Мы пропустили геокэш, блядь, в первый день, прикиньте. Давайте согрешим тогда на сегодня. Может, они просто на карте? Кто знает? Я умираю. Нихера. Меня убивает. Это локация. Странные какие-то паранормальные хуёвины происходят с некоторой регулярностью. Перекалибровка всегда их фиксит, но они возвращаются на следующий день. Я также продолжаю находить тела мертвых белок за дверью. Похоже, может быть, животное оставляет их. Но я без понятия. Так, есть баночка. Попьем. Попит. Мне нужна еще одна маленькая белка, кстати. Которую мы никак не... О, что-то есть. Ой. Так, так, так. Несносный глупец. Бонус дабл сквирл. Это была двойная белка какая-то, блядь. Прикиньте. Белка сиамский близнец. Офигеть. Дух белки.
Может, если звучит громко, значит, что в правильном направлении смотришь? Ну, похоже, да. Ой, хорошо. Так, ну почапали домой, поохотились на славу. Блин, никто не приготовил даже покушать. Что-то жена нас не особо любит, мне кажется. Я не хочу белок, я хочу кожу. Отдай мне обратно мою кожу. Или отдай мне свою вместо моей. Ты слишком многого от меня требуешь, моя любимая. Кушай белочек. Спим. В игре я рассказывал, что случилось с женой. Да, мы ее захуярили. Я не думаю, что это жена. Это, скорее всего, какая-то женщина, которую мы поймали и зарезали просто. Будучи психопатом, маньяком. А, скорее, подобно праведной белке, мудрый человек хранит свои орехи до нужного времени. А у неверующего человека нет орехов, которые можно было бы хранить. Вот так вот. Что-то скрежетало в окнах прошлой ночью. Так, будьте осторожны. Огромные хищники приходят на громкие звуки. Опа. Так, мне нужно 5 белок и 1 гигантская снова. Это необычные беличьи следы. Что-то объявило охоту за мной. А, тут пиво есть. Так. Что за хуйня? Это кто был, блядь? Лангоньер? Ха-ха-ха, что это такое? Это не добрая игра вообще-то. Смеяться тут нельзя. Это игра злая, пропитанная грехами и ужасом. Белки могут регенерировать потерянные конечности. Но это может занять несколько лет. О, двойная белка засчитывается как две белки сразу, кайф. Так, нам нужно найти хилку, иначе мы умрем. Эта тварь сжирает половину тела. Так, ну мне кажется, пришло время, чтобы немножечко согрешить сегодня наконец-то, да? Давайте согрешим. Нормально. Вы натягиваете белок на что-то? Тебе правда рассказать лор этой игры? Вот скажи честно, правда рассказать? В лесу есть что-то такое, чего мы не ожидали. Я продолжаю находить следы, и я слышу его, двигаясь сквозь листву и царапая бетон. А утром за дверью белки, у которых оторваны конечности и повернуты головы. Их десятки. Просьба позвонить для получения инструкции о том, как действовать. У меня один вопрос. Водосода скинул эту игру? Я не знаю. Вряд ли. Так, еще один белочный факт. Белки расщепляют пищу с помощью устройства, называемого желудочной мельницей, которая находится в их организме. В их желудке. Откуда-то оттуда доносится звук. Вот она, большая белка, ребят. Big one.
И она не ожидает такого умелого охотника, как я, в этих лесах. А, блядь! Меня что-то укусило за задницу. Возможно, это клещ впился мне в булку. Так, отлично. Наша охота на сегодня почти что завершена. Так, пора возвращаться домой. У белок есть клапаны для выпуска мочи под глазами, и они мочатся на лица друг друга, чтобы общаться. Это правдоподобные факты? Как вы думаете? Так, леди, часть третья. Вновь созданная полуженщина кричала и вопила, царапаясь кругами по комнате. Кровь лилась из нижней части ее туловища, а внутренности болтались в клубках. Художник рыдал и смотрел на старуху, которая невозмутимо рассматривала подаренные им гроши. Она поймала его Сейзе, пожала плечами и сказала: «Я приберегла специальное заклинание на этот случай». Она указала на топор, висящий на стене. Что за она? Побежала, тварякула, видали? О, моя жена. Она пришла сюда, смотрите-ка. Почему ты не приготовила нам ужин, любимая? Так, ну пойдемте, наверное, прицепим белочек. А, интересно, зачем мы ловим большую белку? Может быть, чтобы ее есть как раз? Мы спим. Чтобы грешить? Угу. Книга Рощи. В этом смысле. Таким образом, белка хорошая, а омар плохой. Поэтому белки могут умереть, чтобы белки могли жить точно так же, как омары живут, чтобы омары могли умереть. В особой комнате. Помните, иногда лучше спрятаться, нежели чем сражаться. Окей. Снова 5 белок и 1 XL. Ты сейчас придумал слова, да? Нет, ребят, это правда. Беличий факт. Белки всегда следят. Пиздец. Он успел бахнуть. Ха? О нет, еще один медведь. Дьявол. Быстрее, нам нужна хилка. Большая белка. Ты мне скрыться от меня, тварь. Фак! Медведь меня все-таки догнал и трахнул. О-о. О нет, я мертвец. Надо убегать, надо убегать, надо убегать, надо убегать.
Медведь за 2 или 3 выстрела убивается. Да, но лучше, наверное, убегать от него, учитывая, какая у нас долгая перезарядка. Ах ты маленькая засранка. Попалась. Белка не засчиталась? Засчиталась, это была большая. Художник поднял топор, слезы текли по его лицу. Полуженщина продолжала кричать и царапаться. Он опустил топор. Ее левая рука перекатилась по полу, но она все еще кричала и корчилась. Он снова опустил его, разделив ее череп на 2 части. И как-то все равно она закричала, и снова топор упал, и опять, и снова, пока она не закричала. Больше не надо. Пока она больше не кричала. Ну, перестала в целом. У, жена? Жена вышла на прогулку, прикиньте. Оно теперь в стенах. В бетоне. Ищу свой мозг. Он не может его найти, потому что мой мозг находится внутри черепа. Но так и будет. Чтобы попасть внутрь, он снимет кожу и кости. Когда мой мозг заберут, я приду за тобой. Я сломаю тебя. Вместо этого я возьму твое. Я сейчас в тени, я вижу, как ты съеживаешься. Вы уже растянулись на куски. Голова у тебя оторвана от позвоночника. Мило. Нам нужны еще 2 белки. Опа. Ах вы черти маленькие. Ловушка Джокера. Увы. Ага. Спасибо большое сейчас за 4-й месяц. Спасибо за ресапчик огромный. Так, мы можем взять пиво здесь. Правда, придется немножко продамажиться. Белкам нравится причинять боль. Белки могут разделать кости человеческого самца менее чем за 3 часа. Вот она, наша жена. Пришлепаем еще парочку белок ей. Шубка, смотрите, какая качественная. Ага. И я говорю вам, в те последние дни рощи склонятся в мучительном поклонении, и безрассудный человек будет судим по его собственной индустриальной проницательности и безбожной приверженности. Так Степлер станет Степлером. God is coming today. Сегодня Бог придет, ребят. Good luck. Так, ну я думаю, тут без пива не обойтись. Здесь больше белок, чем у вас есть патриков. И вы сделали ее очень, очень злой. Королева белок. Или богиня белок. Чё? Ага. О, чёрт. По-моему, он не умирает в принципе. О нет, он умер все же.
Ха-ха, никчемный глупец. Фак. О, черт, еще один медведь. Бежать. Это медведь похож на кабана, но там написано белящий медведь. Вообще похож на червя какого-то лютого. Страшного. Дух. Big one. God is coming. Блядь. Как же так? Мы не готовы к гаду. Пожалуйста, не обращайте внимания на предыдущие сообщения. Понял. Заскриншотьте быстро. Скриншот. Все, я пошел. Что за хуйня? You win. Окей, но в чем смысл? Почему я должен был подготовиться к этому? Сообщение леди. Блин, слишком маленький скриншот. Ну ладно, сейчас попробуем. В ушах художника звенело, когда он повернулся к старухе и сказал: «Что за невыразимый ужас, который вы мне принесли?» А старуха осмотрела это кровавое месиво и сказала: «Ну, молодой человек, из этого получится очень вкусное рагу». И вот они приготовили из останков похлебку, но это был яд, и они оба умерли. Искусство в конечном итоге станет энергетическим. Уничтожить художника. Конец.